Часть первая. Руди Йегер и Волчье логово. Глава 1. Тюрьма. God damn it, Блазкович. Твою мать, Блазкович. Нехило ты облажался. Это точно. Облажались мы не просто нехило, а по полной. Я здесь, Уэсли. О, тараканчики побежали. Найти выход. Ломик. Сейчас мы смонтулим ломик. Так, пойдем на стены. Миш один, миш два, ну. Нужно держать обязательно. Я понял. Не отпускаем. Всегда одну клавишу держим. Не хочу я пока что забираться. А че он пошел? Смотрите, троллейбус. А, вот держать нужно. Нужно держать. Senior type before. Вот и разобрались. Нам подсвечивают все ручки синими кружочками. Блин, держать нужно опять же. Что за херня? Нельзя как-то попроще сделать. Блин, а там я потерял, получается. Я понял. Это плохая мысль. Давайте. До нуля. Процедуру повторяем. Блин. По-моему, это очень непрактично для суперсолдата. Там кто-то есть. Держим. Так. Чуть не забыл. Тихо. Ну пока возьму. Стрелять не могу. Я думал облегчить ему жизнь. Волына-то серьезная. А разобрать ее помощью.
кого-то не получится. Но нам, собственно говоря, и не дают, ведь после каждых дверей мы роняем нашу суперпушку. Так, здесь у нас тихонечко спят злые собачки. Так, минус одна. Сожрем ее корм, конечно же. Так, этот тупит. Так. Давай. Тухни. Там идет второй. Главное, чтобы он успел пройти. Так. Тебе показалось. Вон он возвращается уже тот. Так, как бы его так... Тихонько! Давай, вали. Блин, ну придется ждать. Смотри, как они, блин, ходят. Давай. Вали. Сейчас будет наш шанс. Так. Есть. Отдыхай. Как раз он еще в таком укромном местечке. Вон видим троллейбус идет. Так, осталось разобраться еще с одним. Так, можно собрать и разобрать. Может, конечно, их и всех пиф-паф. Ну, давайте попытаемся пока что. Попытаемся. Главное, чтобы мне сюда бежать не пришлось за пушкой. Не успею. Да. Не успел. Так получается, этим выключателем я выключил их обоих. Ну, походу так. Нет, не так. Ну ладно. Не так, так не так.
Алхимии des Teufels. Bei sowas krieg ich Gänsehaut. От этих разговоров мурашки по коже. Кто об этом говорит? Хельга. Я слышал прошлую ночью, когда ее комнату охранял. Ладно. Так, ничего я не пропустил. Нет, вот что-то блестит. Консервочки, конечно же. Разобрать больше ничего мы не можем, да? Ну и хрен с ним. Yes. Так. Полезли. До 6 тараканов. Смотрите, какой дрон полетел. Ядрен. Дрон ядрен. Золотишечко хватаем. Коллекционные. Ууу, смотри, сколько их здесь. Это в этом уровне, да? Раз, три, шесть, восемь персонажей. Ну ладно. Давайте ползти дальше. Так, ну пушка раскручиваться у него не начала. Там второй. Так, нам говорят, что можно ящики молотить, как говорится. Какой из них выключится? Успеется выключить двоих или нет? Да мать вашу! А, чуток не хватило. Давайте. Эх. Не получается, да, немножко не хватает времечка, ну, ловкости скорее мне не хватает. Ну ладно, по крайней мере я в них не стрелял. Их убить не сложно. Главное стрелять в область... это крепление этого. Вот тут он даже предлагает даже его взять. Только нафига он мне? Он, честно, реально не нужен. Честно, честно, не нужен. Где такие ручки были? We will win, по-моему, да? Было такое что-то? Так, собака пошла. Я вижу золотишко. Тихонько. Собака пошла и, походу, там прилегла. Сейчас мы ее успокоим. Нефиг спать на рабочем месте. Да, вот эти ходы для собак, знаете, как для котов строят в домах, а это для собак. Так, вот только что разминулись. Гуляй себе там. Ну, не успей. Скорее всего, он начнет по мне стрелять. Нет, успел. Так, это зона, по которой летают дроны, это мы, походу, вот с той стороны прибежали. Не, или стой. Не, вот стой. Так, а хотите, я вам секрет расскажу? Почему этот бедняга выключен?
Дело в том, что нам нужно вот включить вот лифт. Чтобы его включить, нам электричество нужно подать. Вот оно подается. Ну и как вы можете заметить, вот этот гаврик у нас на этой же рельсе. Я думаю, если мы подадим напряжение на лифт, он встанет. Поэтому лучше его отключить. Disable ему сделать. Так сказать. Так бы стопудово встал. Интересно, а можно выключить обратно? Можно. Можно было прикольнуться, конечно. Но мы куда-нибудь спускаемся. Пушку я не беру. Нам все равно не дадут ее пронести дальше, чем за двери. Нам... Нас тут принуждают постелсить немного. Ну, не обязательно порядке. Мы, конечно, могли все и силушкой богатырской преодолеть, но... Но пока что так. Да, я его там выключил, но, по-моему, никто не выключился. Показалось. Блин, он приготовился стрелять. Так, золотишко никто тут не припрятал. Броня полна. Ту-ду-ту-ду-ту-ту. Ах, тупые они, конечно. Это еще, как видите, это какие-то недоделанные прототипы Uber-солдат. Потому что они там на проводке уже новые там были. Без провода. Пора обедать, мои крошечки. Вы поняли, да, чем питаются эти собаки? Бедняжки. Бедняжки-собачки. Ну, они уже не собачки. Это уже машины для убийства. Да, кстати, мало какие животные едят человеченку. Вот белые медведи едят. Ну и, в общем, а много какие животные. Если первый раз попробуют человеченку, больше не смогут от нее отказаться. Человеченка как наркотик. Вот так вот. Потому если лев сожрал человека, его обязательно убьют. Потому что он всегда будет охотиться на человека. Вот такие вот дела. Так, псинки. Так, а они вообще прилягут спать? Так, я вижу вот отсек. Ну, вообще-то они должны были нас, потного Блажковича, услышать еще, блин. А... Километр назад. Так. Ух ты, блин. А нормалек, то есть если сделать удар упреждающим, то можно завалить с одного удара. Печально. Я просто хочу проверить, может еще что интересное есть. Да, вижу, там люк светится. Ну это, наверное, в то же место. Те же яйца, только в профиль, как говорится. Так. Вартунгстуннель, блин, как. Прошу прощения за мой немецкий. Так, ну эту стену явно можно проломить. Кто бы сомневался.
Смотрите, какая современная мельница водяная. Ну так. Да, ну чувствуется добротность игры. Ну, как мне так кажется. Так. Пока что не очень весело. Но думаю, это ненадолго. Монитор там херячит. Ух, электрик. Сделаем так.